Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Найти решение, которое устроит всех. Глава Самары Елена Лапушкина осмотрела путепровод по улице Земица, встретилась с жителями района и работниками близлежащих заводов, чтобы решить вопросы о перекрытии трассы в связи с реконструкцией. Оценивают внешний вид, решают, какие работы нужно провести. Специалисты спецремстрой «Зеленхоза» готовят фонтаны к летнему сезону. К весне необходимо привести в порядок подвижной состав. Какие сезонные работы проводят в Самарском метрополитене? Десант из 1 600 000 однолетних растений совсем скоро высадится в Самаре. Помимо привычных тагетисов и герани, самарцев порадуют и новые насаждения. Хоккейный турнир памяти детского тренера Андрея Саукова прошел на стадионе «Салют». В память о мастере его воспитанники сыграли 2 товарищеских матча. Найти решение, которое устроит всех. Глава Самары Елена Лапушкина осмотрела путепровод по улице Земица, встретилась с жителями района и работниками близлежащих заводов, чтобы решить вопросы о перекрытии трассы в связи с реконструкцией. В частности, обсудили маршруты общественного транспорта и пути подвоза сотрудников к предприятиям. Подробности узнал Михаил Ермоленко. Одна из важных транспортных артерий Самары. По улице Земица ходит общественный транспорт. Трасса пользуется популярностью у автомобилистов и особенно у работников предприятий. Вблизи их несколько. Знаменитый ракетно-космический центр и двигатель-строительный завод, предприятие авиационной промышленности, конструкторское бюро. Путепровод на Земица часто ремонтировали, но сейчас назрела необходимость провести капитальный ремонт. Путепровод важен по двум вопросам. Первый – то, что это подвоз транспорта общественного. Второе – это у нас порядка 1500 машин. Люди на машинах приезжают из окрестностей нашего города. Мы ежегодно по несколько раз в год пишем письма по состоянию моста. Он становится просто непроходимый, непроезжий, то есть убиваются машины и образуются огромные пробки. Накануне глава Самары посетила участок дороги, который планирует реконструировать, и прилегающую территорию. На выездном собрании Елену Лапушкину встречали работники заводов, жители района, представители профсоюзных организаций и сотрудники профильных департаментов и муниципальных предприятий. Главной темой обсуждения стала транспортная доступность этой части города. После закрытия путепровода на обновление подъехать к предприятиям и близлежащим домам станет труднее. Понимаем, что определенные неудобства будут и для жителей, и для автолюбителей, но тем не менее тянуть уже больше нельзя, поэтому сейчас ищем максимально возможные варианты, чтобы минимизировать все неудобства. Чтобы исправить ситуацию, рассмотрели несколько вариантов изменения схемы работы общественного транспорта. Один из них – через Кировский мост. Как предлагается и решено, трамвай 24-й, который сюда ходит, и 13-й закольцевать и пустить в Юнгородок, значит, через Кировский мост. У нас первое предложение было какое-то, вот пустить пиковый автобус из Барбошиной поляны до Юнгородка. Значит, когда-то он ходил, такой автобус, 29-й, он ходил из Приволжского микрорайона, но сейчас мы понимаем, что было бы целесообразно. Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, все поступившие предложения рассмотрят и разработают пути объезда заблокированного моста, а также способы доставки заводчан и жителей района до этой части города. Информация в скором времени появится как в СМИ, так и на официальных ресурсах администрации Самары. Кроме проезжей части, обсуждали вопрос, связанный с пешеходными зонами вблизи путепровода. В период ремонта планируют использовать транспортное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке, куда самарцы могут дойти пешком. Но по пути есть рыночная зона, которая выходит на тротуар. Нужно, чтобы торговые палатки не мешали людям свободно перемещаться. Разобраться в ситуации Елена Лапушкина поручила администрации промышленного района. Как отметила глава города, торговые точки не собираются убирать, а лишь облагородят прилегающую территорию и запретят предпринимателям выставлять лотки вблизи киосков, чтобы не загораживать пешеходную зону. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Специалисты спецремстроя «Зеленхоза» готовят фонтаны к летнему сезону. В Самаре раньше обычного началась расконсервация гидротехнических сооружений после зимовки. Проводятся осмотры, чтобы оценить внешний вид и состояние систем, а также определить, какие нужно провести работы. Более 60% подготовительных процедур уже выполнено. Как организован процесс подготовки на одном из фонтанов, который находится на набережной, и является одним из ярких и узнаваемых символов города, в следующем репортаже.
620 форсунок нужно смонтировать для фонтана «Парус», расположенного на Ленинградском спуске. Его открыли к 400-летию города в 1986 году, поэтому его второе название – «Самара». Специалисты спецремстрой «Зеленхоза» возвращают форсунки на место после зимнего хранения, полируют их и устанавливают на трубы, которые перед этим предварительно покрасили. Электрики возвращают на место светильники, а чтобы техника работала в воде исправно, проверяют герметичность дополнительной гидроизоляции. В теплый период года за работой фонтанов следят сотрудники муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз». Мы постоянно проводим обновление и ремонт светильников, поддерживаем все в рабочеспособном состоянии. Постоянно его красим, чистим, шкурим, чтобы фонтан выглядел достойно, чтобы он радовал жителей нашего города. В ходе подготовки повышенное внимание уделяют фонтанам, оснащенным светодинамическими элементами и музыкальным сопровождением. На таких объектах специалисты проверяют программное обеспечение, чтобы своевременно шло звуковое оформление, а струи меняли высоту, напор и цвет. Жители и гости Самары убеждены, без фонтанов представить летний город и, в частности, Самарскую набережную уже не могут, поэтому ждут, когда их запустят. Запуск фонтанов добавляет весеннего такого летнего настроения, что, ну, наконец-то с открытием фонтанов официально открывается весна в нашем городе. Поэтому ждем, конечно, да, с удовольствием будем приходить, гулять, смотреть, наслаждаться. Всего в этом году в городе будут работать 49 фонтанов, в том числе один на площади памяти, его сейчас восстанавливают. Профильным городским департаментом заключен муниципальный контракт, в рамках которого обеспечат содержание гидротехнических сооружений. Проверку оборудования после зимы проводят на каждом объекте. Меняют детали, если они повреждены, чистят, если загрязнились, монтируют навесные элементы. Также проверяют перед летней работой системы автополива. Их в городе с каждым годом становится больше за счет территорий, которые обновляются по нацпроекту «Жилье и городская среда». В первую очередь те скверы, где проводилась ремонтные работы в рамках программы «Комфортная городская среда». Соответственно, все они берутся на содержание и дальше обслуживаются в рамках контракта, заключаемого нашим департаментом. Тестовый запуск фонтанов планируется провести 15 апреля. Он позволит выявить недочеты работы самих гидротехнических сооружений и принять оперативные меры. Далее, если сохранится теплая погода, фонтаны заработают в полную силу, за исключением ремонтируемого фонтана возле здания архива. После завершения ремонта запустят и его. Радовать горожан фонтаны будут по 12-13 часов в сутки, начиная с 9 утра ежедневно. Но по понедельникам традиционно санитарный день. После очистки работа фонтанов будет возобновляться. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События. С началом городского месячника по благоустройству сезонными работами охвачено все городское хозяйство, включая транспортную сферу. После зимней эксплуатации необходимо привести в порядок подвижной состав. При этом нужно позаботиться не только о чистоте машин, но и о безопасности рейсов. Необходимый комплекс мер принимается и в Самарском метрополитене, где за актуальными сезонными работами наблюдала Светлана Тимофеева. Под сильным напором воды и при помощи специальных щеток сотрудники депо отмывают вагоны. В Самарском метрополитене началась генеральная уборка подвижного состава в рамках городского месячника по благоустройству. Внутри салоны чистят ежедневно, при этом обрабатывают дезинфицирующими средствами. Особенно тщательно моют поручни, окна, подоконники, двери, пол, диваны. Сиденья на время демонтируют, чтобы и под ними убрать скопившийся мусор. С наступлением весны, когда переходят на летние смазочные материалы, проводят чистку механизмов. Механическое оборудование после зимней пыли и грязи, все дело отмываем. В первую очередь механика у нас самая грязная. Весной после зимней всей пыли и грязи это все дело надо будет отмывать. Соответственно, все это сложнее. Дважды в год, осенью и весной, в метрополитене проходит комиссионный осмотр. Сотрудники предприятия осматривают коммуникации, лестницы, поручни и другие части подземки. Сотрудники предприятия осматривают весь комплекс зданий, сооружений, устройств и служебно-технических помещений. Следят за тем, чтобы не было разрушений и коррозии. Осмотру подлежат все объекты. Все, что влияет на безопасность пассажиров, на движение поездов, этому уделяется мало того, что ежедневный контроль, ежедневное обслуживание, но еще контрольные проверки, которые осуществляются руководством метрополитена, значит, они так дисциплинируют остальных работников, чтобы все на своих местах отвечали за качество выполненных работ. Кроме того, в Самарском метрополитене продолжается реализация правительственной программы по обновлению и капремонту подвижного состава. На данный момент уже отремонтированы 22 вагона, 4 вагона новые. В этом году на модернизацию и капремонт отправят еще 6. Согласно техническому заданию работы, подрядчик должен выполнить до 1 ноября 2023 года. После доставки, приемки и пуска наладки в декабре обновленные вагоны выйдут на линию. До конца 2024 года капитальный
ремонт пройдут еще 18 вагонов. Таким образом, срок службы продлят на 15 лет. Повышается безопасность перевозки пассажиров в данной ситуации. Это обеспечивается за счет видеонаблюдения новой системы АЛС-РС. Между вагонами устанавливают специальные приспособления, которые исключают случайное попадание человека между вагонами. К завершению строительства и вводу в эксплуатацию станции «Театральная» необходимо обновить весь подвижной состав для перевозок из отдаленных районов Самары в исторический центр города и обратно. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Героям тоже нужен отдых. Мобилизованные осенью прошлого года бойцы из Самарской области продолжают прибывать домой в отпуск после полугодовой подготовки и прохождения службы в зоне специальной операции. У военных за плечами большое количество выполненных задач, боев с противником и множество историй о подвигах простых солдат. Но на родине их ждут родные и друзья. Исходя из соображений безопасности, герой нашего репортажа Сергей скрывает лицо. Однако мотивации и цели защитника понятны и без этого. О судьбе солдата материал Михаила Ермолин. Шестилетняя Тася в припрыжку спешит домой из детского сада. Ее радость понятна. За ней пришел папа. Как и раньше, по знакомой тропинке они вместе возвращаются к семье. Родные говорят, ждали с нетерпением. В глазах у детей читается «Отец – настоящий герой-защитник». Кажется, что понимает это даже самый маленький член семьи. Вернуться в родной Чапаевск Сергею получилось почти на 2 недели раньше положенного срока. На самом деле я ужасно переживала, я не знаю почему. Мне кажется, я так на свадьбе не переживала. Когда увидела, мне кажется, я в этот момент думала только о нем, больше ни о чем. Новость о скором отпуске стала неожиданной как для военнослужащего, так и для его супруги Веры. Не успели даже толком подготовиться к встрече, говорит Сергей. Она меня встретила. Когда увидел, я не знаю, я растерялся. Что делать? Подошли, обнялись. Потом жена уже повезла домой, увиделись с сыном. Сын тоже, конечно, на эмоциях был. Защитника мобилизовали в сентябре. Когда получили повестку, узнали, что есть возможность остаться дома. Сергей – многодетный отец. Но ветеран второй чеченской кампании не остался в стороне и решил помочь нашим ребятам в зоне специальной военной операции. И близких по духу на передовой действительно оказалось много. 3 месяца длилось боевое слаживание. Затем группа отправилась на первое задание. Уже после таких было с десяток. Все ради одной цели – победы. Даже находясь вдали от дома, Сергей чувствовал поддержку близких. Периодически созванивался с супругой и поддерживал ее в ответ. Меня поддерживало то, что муж патриот и что победа будет за нами. Когда муж пришел, первый мой вопрос был, кто победит. Он сказал, что победим мы. По специальности Сергей – военный водитель. От смелости, умений и решимости этих людей зависит не меньше, чем от точности солдат штурмовых отрядов и квалификации артиллеристов. Как пояснил военнослужащий, в обязанности специалистов его профиля входит не только перевозка боеприпасов и людей. Плюс также пушки, то есть это наша непосредственная задача, вывозить на позиции определенные, дает координаты этим пушкам, мы их притаскиваем на определенное место, они выполняют свою задачу, ну и быстро по максимуму оттуда уехать. Защитник уверен, их дело правое. Если бы не мы первые, то значит могла война прийти к нам, а я не хочу, чтобы у меня дети жили в войне. Лучше этого агрессора задавить там. Скоро Сергей вновь вернется на службу. А пока что небольшая передышка в кругу близких людей, ради которых он самоотверженно вновь и вновь шел в бой. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Десант из 1 600 000 однолетних растений в рамках месячника по благоустройству совсем скоро высадится в Самаре. По словам специалистов спецремстроя Зеленхоза, клумба появится к майским праздникам. Помимо привычных тагетисов и герани, самарцев порадуют и новые насаждения. Чем и когда будут удивлять и радовать в нашем сюжете. В теплицах муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз» уже ярко. И совсем скоро, на майские праздники, всю эту красоту смогут наблюдать все самарцы. В этом году на клумбы города высадят 1 600 000 единиц однолетних растений. Помимо привычных петуний, гераний и тагетисов, город украсит новые цветы – ангелонии, канны, виола, катарантус, бако, пагацания. Традиционно возле городских монументов и памятников, к примеру, самолету Ил-2, появятся и вертикальные конструкции. На них застроятся ампельные растения – сцеволы и биденс. Всего горожане смогут оценить красоту около 100 разновидностей цветов. Сеять мы начинаем в декабре месяце. Это бегония, герань, чтобы получить цветущие растения к высадке. Семена мелкие приходится на снег сеять. Вот посеяли, закрыли стеклом. Дней через 7 – всходы.
Высаживая семена на рассаду, специалисты предприятия учитывают погодные условия. К примеру, если весна ранняя, то и посев должен производиться чуть раньше, чтобы к моменту высадки на клумбы цветы едва успели набрать бутоны. Тогда они дольше смогут украшать городские клумбы. На протяжении всего лета сотрудники спецремстроя Зеленхоза поливают цветы, рыхлят почву, убирают отцветшие бутоны. Есть и цветы, луковицы которых высаживают в клумбы в конце сезона. Еще осенью прошлого года были высажены тюльпаны на площади почти 2500 метров квадратных. Учитывая, что в этом году такая вот ранняя теплая весна, ожидается, что тюльпаны начнут свое цветение уже в ближайшее время. И их цветовая гамма, формы крайне разнообразны. То есть от уже традиционных алых цветов до практически черных. Ну и осенью этого года, соответственно, тоже запланирована высадка новых видов тюльпанов. Самару украшают в рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город». Площадь цветников в этом году составит 38 тысяч квадратных метров. Своего выхода на сцену в теплицах муниципального предприятия ждут и хвойники. Туи украсят входные группы различных учреждений города. Самарцы говорят, наблюдать за преображением областной столицы всегда приятно, особенно когда речь идет о любимой прогулочной территории – набережной. Ну, я могу сказать, вот по набережной. Набережная, конечно, меняется очень здорово от года в год. И вот очень приятно было, когда немножко вот подальше прям клумбы с розами были, прям очень красиво было. В принципе, город, да, зеленяется, гораздо чище становится, это очень приятно. Конечно, ждем. Это всегда красиво, прекрасно, когда за городом ухаживают. Когда появляются новые красивые клумбы, цветы, это всегда радует. В этом году в честь юбилея Грушинского фестиваля, ему исполняется 50 лет, цветочными конструкциями и крупными туями украсят гостевой маршрут, железнодорожные и речные вокзалы, все центральные магистрали города, по которым гости поедут на Мастрюковские озера. Виктория Шара и Николай Сидоров. События. Импортозамещение в действии. В Самаре уже более 9 лет разводят осетровых рыб. Сегодня, когда многие зарубежные компании ушли с рынка, местные производители получили больше возможностей реализовать свою продукцию. Как в своем регионе, так и в соседних. На одном из производств побывала Светлана Кудрявцева. Белуга – одна из крупнейших пресноводных рыб. Она живет до 100 лет и может достигать в весе 2 тонн. За это на Руси ее называли «царь рыбой». Осетровые обитают в морях, а в реки заходят на нерест. Приходили они прежде и в Самарскую область. В природе они всегда приходили из Каспия на нерест в Волгу. И любимым местом нерестилища осетровых рыб всегда была Самарская область, острова Васильевские, куда они приплывали дать свое потомство каждую весну. На сегодняшний день, к сожалению, эта ситуация изменилось в силу различных причин. Ну, во-первых, были поставлены ГЭС, и рыбы не могут доплыть к нам просто на нерест. Изменились и климатические условия, поэтому сегодня белуга и стерлядь – редкие краснокнижные рыбы. Но в Самаре для любителей осетрины дефицита нет. Уже 9 лет Оксана Ковнер и Владимир Симбиркин занимаются разведением осетровых. В цехе более десятка бассейнов для рыб разных пород и размеров. Начинают одни расти и забивают других. Они остаются на таком же уровне. Поэтому сортировка по размерам. Мальки, достигая в весе от 3 до 10 граммов, переходят во взрослый цех. Здесь 8 видов осетровых рыб. Стерлядь, русский осетр, сибирский осетр, белуга, бестер, гибрид белуги и стерляди и другие. Рыба очень требовательна к питанию и состоянию воды. Поэтому разведение осетров – затратный и сложный процесс. Сегодня, когда многие зарубежные компании ушли с рынка, местные производители получили больше возможностей реализовывать свою продукцию как в своем регионе, так и в соседних, в том числе благодаря поддержке государства. Государство однозначно помогает. Мы получили грант на данное предприятие. У нас стоит водоочистка, и 50% стоимости нам вернули. Ну, конечно, рыба – это один из тех видов продукции, который востребован на рынке на сегодняшний день и входит в перечень импортозамещающих товаров. Соответственно, поэтому мы сейчас в процессе оформления земли, которая находится непосредственно рядом с нашим предприятием. Благодарим за это главу нашего региона Азарова Дмитрия Игоревича, главу города Самары Лапушкину Елену Владимировну, ну и, конечно, руководителя департамента предпринимательства городского округа Самары, это Зотова Владислава Ивановича. Потому что благодаря слаженной работе вот многих структур нашего региона и городского округа Самары очень оперативно получилось оформить возможность получения земельного участка не только нашему предприятию, но и многим предприятиям, которые входят в сегмент импортозамещения.
Самой взрослой рыбе на этом производстве 43 года. Она весит более 100 килограммов и входит в так называемое маточное стадо. Это рыба для воспроизводства икры и мальков. Белуга, например, дает икру раз в 4 года. Считается, что чем старше рыба, тем вкуснее и ценнее икра. Срок годности настоящей икры не больше 2,5 месяцев, потому что в нее не добавляют консервантов. Она не может быть идеально черной. У стерляди серо-болотного цвета, у белуги светло-серого, у сибирского осетра черная. Осетровая ферма сегодня популярное направление в промышленном и гастротуризме. К нам огромное количество людей приезжают, и наших жителей нашего региона, и соседних регионов, и даже из других стран приезжают специально на наши предприятия, что для нас, конечно, является гордостью. Ну и, конечно, мы сюда стараемся по возможности как можно чаще приводить детей с ограниченными возможностями, потому что рыбы эти обладают невероятными энергетическими какими-то свойствами. Они очень сами умеют регенерировать, но и все те, кто с ним общаются, однозначно получают какой-то заряд энергии, позитива, релакса. В регионе благодаря участию бизнеса в воспроизводстве осетровых и активному зарыблению удается восстановить популяцию стерляди в водоемах, поэтому в ближайшее время эту особь могут исключить из Красной книги Самарской области. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Хоккейный турнир памяти детского тренера Андрея Саукова прошел на стадионе «Салют». Год назад тренера не стало по пути на очередные соревнования. В память о мастере его воспитанники сыграли 2 товарищеских матча и вспомнили, каким был их наставник. Тему продолжит наш корреспондент. Сауков проявил эту любовь к хоккею, потому что тогда раньше ты же не думал, что вот ты выйдешь, там, допустим, вот всех победишь. Ты думал, что как бы мне вот начать делать свои первые шаги, как бы, что мне дальше делать. И он всегда помогал тебе, брал тебя за руку и вел дальше вот этот вот путь проходить. Воспитанник хоккейного клуба «Чайка» Захар Шулдан сдерживает эмоции, вспоминая своего тренера Андрея Саукова на турнире в его честь. Год назад не стало мастера своего дела. Он умер внезапно, когда вместе с командой ехал на очередной матч первенства области. Вспоминают о своем тренере и молодые хоккеисты, которые 5 лет назад тоже сражались на ледовых аренах Самары за престижные трофеи. Максим Кубельский говорит, для Андрея Саукова каждый матч был решающим. Поражение и победу он принимал близко к сердцу. Он был очень близок, как бы, к команде, то есть понимающим такой, как можно сказать, даже друг для хоккеистов. Вот, умел очень хорошо замотивировать перед игрой и правильные слова подобрать. Тренер Андрей Сауков хоккеем увлекся еще когда учился в школе. Окончив педагогический институт, пришел работать детским тренером в хоккейный клуб «Чайка». Судьба отмерила ему чуть больше 15 лет на этом сложном пути. Но и за это время на его счету несколько сотен побед. Некоторые его воспитанники стали профессионалами, рассказывают его коллеги. Советовали друг другу, да, бывали какие-то вопросы, там, он мне помогал по, там, ну, нашей внутренней кухне, да, там, по каким-то хоккейным вопросам, я ему помогал. Ну, в общем, такие были довольно-таки взаимовыгодные, да, отношения во всех смыслах. То есть и дружили, и на работе нам это помогало. В память о его достижениях руководство клуба и родительский комитет совместно с Федерацией хоккея «Самара» решили провести мемориал Андрея Саукова. К сожалению, погодные условия не дали возможности провести его на «Чайке». То есть слишком рано растаял лед. Идея была более глобальная турнира. С приглашением других команд, скорее всего, более расширенный формат. Первый мемориал Саукова прошел в мини-формате. 2 товарищеские встречи между воспитанниками хоккейного клуба «Чайка» были сыграны не на результат, хотя счет и учитывался, а на мастерство, в память о хоккейном маэстро. И в дальнейшем это будет девизом этих соревнований. На следующий год мы думаем расширить этот турнир. И какой формат это будет, пока неизвестно, но думаем, что, может быть, привлечем и наших ветеранов к этому турниру, и более молодых. Мы это сделаем на открытой площадке, не будем привязываться ко времени, именно на родном стадионе Андрея Александровича. Хоккейный клуб «Чайка» совместно с Федерацией хоккея «Самары» в память о детском тренере Андрее Саукове планирует ежегодно проводить турнир-мемориал. Зимой на открытой хоккейной коробке стадиона «Чайка», где тренировал подростков спортивный маэстро. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.
На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных!